Введение санкций против России и российские ответные меры стали стимулом для развития идей импортозамещения в экономике. Производственные предприятия Краснодарского края уже давно держат путь в сторону импортозамещения. Например, компания «Агрокомплекс» одна из первых воплотила в жизнь концепцию аграрного предприятия полного цикла – от поля до прилавка. Сегодня она открыла в Краснодаре 8-й магазин самообслуживания. Ведь важно не только произвести собственное сырье, переработать его и доставить на прилавки, но и дать возможность покупателям подробно изучить ассортимент, состав и срок годности продукции. Сами, скорее всего, выращивают, сами производят. То есть, как бы тут же выращивают, как я понимаю, тут же делают. Не надо где-то закупать, не надо откуда-то привозить. Продукция доступная и по цене, нравится по качеству и устраивает очень, ну, как бы я всегда за поддержку нашего производителя. Мы здесь приобретаем продукты всей семьей, у меня и мама, и папа, и сестра обожают вообще, особенно молочку, йогурты, очень вкусно и, правда, я думаю, очень даже полезно, потому что, ну, как местные продукты здесь выращены и всегда свежие, потому что везти недалеко, не то, что там везут откуда-то издалека. Концепция полного цикла – это не только гарантия качества, но и доступность. Ведь затраты на собственное производство значительно ниже, чем доставка из других регионов, а тем более государств.